За спину! В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в совершении квартирных краж на территории города Видное. Ими оказались двое ранее судимых мужчин и молодая женщина. В ходе проведения обысков полицейские обнаружили и изъяли 23 мобильных телефона, сим-карты и банковские карты, ноутбуки, фотоаппараты, наручные часы, строительные инструменты, ювелирные изделия и шкатулку с различными монетами и денежными купюрами различных стран. А при каких вас обстоятельствах задержали? Дома. Вы не себя признаете? Нет, не признаю. Установлено, что двое злоумышленников отжимали пластиковые окна и незаконно проникали в квартиры, расположенные на первых этажах жилых домов, откуда похищали личные вещи граждан. Затем правонарушители скрывались с места преступления на автомобиле, за рулем которого находилась их знакомая. Полицейскими уже установлена причастность подозреваемых к совершению двух квартирных краж на территории города Видное. Общая сумма ущерба составила более 1 000 000 рублей. За что вы задержите сотрудников полиции? Говорят, за кражу. За кражу чего? Квартирные кражи. А где произошла эта квартирная кража? По области. Вину свою признаете? Нет. В чем вас подозревают? 158. Что это за статья? Кража. Кража чего? Не знаю. Вы ранее судимы? Судим. Как сообщила начальник пресс-службы МВД России по Московской области Татьяна Петрова, по данным фактам уже возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. На время следственных действий видновским городским судом мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине – домашнего ареста. Екатерина Борисова, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.